Утро четверга в областном правительстве началось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Накануне Ульяновскую область накрыл сильнейший циклон. Если в областном центре на протяжении нескольких часов шел снег, сопровождающийся ветром, то районы области накрыл настоящий буран. К сожалению, не обошлось без жертв. У нас произошел целый ряд ДТП. 10 человек пострадали, к сожалению, 2 человек мы потеряли. Это несмотря на те оповещения и те предупреждения об ограничении передвижения на транспорте. Было введено временное ограничение движений грузовых транспортных средств и автобусов на многих участках дорог. Больше всего стихия затронула Корсунский, Маинский, Вишкаемский и Инзинский районы. Ночью на дорогах региона работало 383 единицы техники. Сегодня движение на дорогах восстановлено. Движению транспорта сейчас препятствий нет. По информации, опять-таки повторюсь, от дорожных служб, движению школьных автобусов в настоящее время ничего не угрожает. Тем не менее, до конца рабочей недели решено сохранить режим повышенной готовности для всех дорожных служб. По информации синоптиков, осадки продлятся еще несколько дней.